Эта акция называется «Международная патриотическая акция «Огонь памяти». Это уже вошло в традицию, канун празднования 9 мая, Дню Победы. Из города Москва у Кремлевской стены могила неизвестному солдату «Вечный огонь» разливается по всему миру, по всем городам, по всем странам мира, те, кто отмечает праздник Дня Победы над фашизмом. И вот и к нам тоже вот в Абхазии сегодня ребята привезли, представители Народного фронта в Абхазию, в город Сухум, в музей боевой славы. Гальский район представляли Кови Даур Вадимович и я. И мне выпала честь вот частичку священного огня привезти в город Гал, где я буду передавать час сотрудникам районного дома культуры. У нас при доме культуры есть уголок ветеранам войны. Вот здесь это будет стоять. И 9 мая уже под шествием бессмертного полка под сопровождением почетного караула пограничных войск Российской Федерации города Гал под сопровождением мы уже отвезем, поставим в обелиске 41-45 годов погибшим. И вот, к сожалению, у нас в районе уже нету ветеранов живых. Вечная память, вечная слава. И мы должны всегда чтить память им. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех тех, кто отмечает этот праздник с 79-й годовщиной Дня Победы над фашизмом. И чтобы никогда не было больше войн. С праздником всех!